Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. За моей спиной самый настоящий замок. Замок Альденбургских. Я в Рамоне, под Воронежем. Собственно, там замок, друзья. Но нас интересует больше не замок, а речка, которая внизу протекает. Там внизу конфетная фабрика, которая тоже принадлежала, собственно, князьям-принцессе. Там есть мост, река Воронеж. Вот там я сегодня хочу побросать магнит. Но прежде давайте я вам немножко покажу замок. Попасть можно внутрь спокойно, 200 рублей входит, стоит вход, но это сейчас погулять. Я так понимаю, что в данный момент замок сам закрыт, и туда, видите, люди не входят. Соответственно, делать там пока и нечего. Друзья, замок отреставрирован не очень давно. Я еще помню, когда студентом ездил сюда, здесь все было развалено и разрушено. Сейчас восстановлено, проходит мероприятие. Там может просто какой-нибудь крючок, монетка. Смотрим. Так, смотрим. О, вообще отличная находка. Идеально. Речка пованивает. Неплохой бросок, я бы сказал. Руль. Мне обычно рулетки делают. А мне нихуя не делают, блин. Хотя я знаю всех. О, слушай, надо разобрать. Господи. Куча железного лома. Руда. Полежали чуть-чуть хотя бы. Ну что-то гнилое там лежит. Главное сейчас, вот знаешь, вот на палец не поймать крючок рыболовный. Или, блин, просто что-нибудь. Блин, тут какое дерьмо. Чего зацепился? Там трава. А вот это, блин, трава. Все полезется, давай. А там пенек, там смотри. Пенек. Там пенек, Олег. Ну, что делать с пеньком? Нырять, Олег. Нырять? Давай. Я не останавливаю запись, потому что нырять это... Ах ты хитрюга. Как даже видно, это дерево. Да просто пенек зацепился. Ничего. Крючок. Крючочек, вот он маленький. Нормально. Рыбу ловит. То есть сейчас мы тянем под старым мостом. Здесь принцы и принцессы Альденбургские. Альденбургские. Кстати, глубоковато, просто нормально. Да. Вода чистая, до дна видно. Жалко, отражается, вода не так видна. Столбы под мостом, но... Столбы, да, старые. Они деревянные просто. Да. Лом. Так, друзья. Вот они есть. Опа. Что это? А, это сетка какая-то, смотрите. Остатки экранчика. Да, экранчик. Сетка рыболовная. Ну, уже хоть что-то, уже что-то нашли. Первая находочка! Я, кажется, что-то тяну. Возможно, траву. Ну, лучше бы нет. Ну, не часто балует нас эта река находками, прям скажем. О, монетосина! О-хо-хо, все, пошло дело. 10 копеек. И какая-то вонючая железка. Да, 10 копеечек разгляжу. Очень старый. Очень старый. Примерно год так, 2003. Блин, ну там не видно было, а ты все запорол. Да. Что-то тащу. Это пипец как тащит. Может, зацепился? Не, он тащит. Глеб. Смотри, что поднимаю. Ты что выловил? Дерево. Охренеть. Ты гляди, какая страсть, он зацепился. А, чуметь вообще. Блин, нас куда не бить, а? Иначе его утянет. Олег, я за тебя волнуюсь, ты к ноге привязан. Блин, это было сложно. Это было вообще страсть, просто. Чего поймал? Дерево поймал.
кусок травы. Так. Расчистка реки. Вашим услугам. Разберем. Там вообще магнит есть? О, по звуку. По звуку? Ничего. Звук галика, да? Да. Звук разбивающейся ракушки и наших надежд. На балке. Саш, чё отпру, иди снимай. Угу. Опять дерево, смотри. Не, железяка. Смотрите. Хера себе. Блин, там что-то огромное вообще. Походу лодка, нет? Фиг знает, давай посмотрим. Да, да, да. Ты просто так брось рядышком. Левиафан. Я не буду туда бросать, иначе застрянет. Блин, там, короче, там лежит какой-то монстр. А ты попробуй опусти просто, чтобы так плавненько. Не бросай, да. Блин, просто не послушал, теперь точно. Блин, сейчас зацепим и не вытащим. Да вот, блин. Не, он его течением сразу сносит. Он не попадает даже. Обидно. Надо было просто, типа, не закидывай, опустить плавно. Опустился, все, вот лежит. Не, он ее не цепляет еще раз эту штуку. Офигеть, что-то прям огромное. Блин, хоть ныряй. Это было реально похоже на какую-то большую металлическую штуку. Всем рекомендуем река Воронеж возле замка принцессы Альденбургской. Вон он, кстати, наверху замок. Вот, ну тут должно было что-то определенно быть, но ничего. Кроме лодки и дерева. Но мы их не вытащили. А вдруг портанет? Так, мы прошли весь мост по периметру, туда, обратно. Обратно было дерево и лодка, и вот лодочная станция. По идее, при погрузках там лодки должно что-то падать. Сейчас проверим. Не, ну вот что-то. Винтик. И все. И грязина. Винтик какой, покажи. Это ну, современный? Вот, да, конечно. Да. Гайка на 8. Сейчас в комментариях напишут. Вы не разбираетесь, это болт. А на дне та же гайка и какая-то вот железячка. Ничего не бросала принцесса в воду, увы и ах. Ну что, друзья, вот так мы сегодня половили, можно сказать, безрезультатно. С одной стороны, с другой стороны, я вам показал классный замок, в который стоит приехать, если будете здесь у нас, в Воронежской области, обязательно заезжайте. Это поселок Рамонь, друзья, недалеко от Воронежа. Можно, если едете на юг по трассе М4 Дон, заскочить в Рамонь, посмотреть замок. А на речке делать нечего. Ну, в смысле, там есть что делать, там можно купаться, потому что в реке совершенно пусто. Ну, лодка лежит и бревно какое-то, но вы знаете, где оно. Это был Миклуха Макфай, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, пока-пока.